Нам сказали, скоро наступит осень. Мы продолжаем снимать обзоры для вас. Ничего не поняла, что Дим имел в виду, но всем привет на всякий случай. Что ты имел в виду? Дополни мысль. Это фокус. Ясно. В общем, друзья, свет торшера. Снимаем уже не первый раз. Очень надеюсь, что получится, потому что как-то были у нас съемки торшеров, но материал ушел в мусорку. Да, Юрьевич? Был, дело. Да. Погнали? Давай. Отсюда? На самом деле в Икее торшеров не такое огромное количество. Разгон ценника от 600 рублей и выше. Так, давай начнем все-таки с нутов и с лерст, вот так. Или ими закончим? Давайте начнем и будем по порядку. Самый популярный и самый продаваемый торшер нут. Два цвета, белый и черный, две модификации. Прямая труба и труба с ответвлением. Сразу скажу, я думаю, об этом знают все, но как обычно, когда думаю, что знают все, не знает никто. О, новых торшеров, примерно, которые поменялись год с небольшим назад, у маленьких вот такое гнездо. Теперь за место маленького цоколя. Место Е14? Нет, 17. 14. Здесь 27, здесь 14 да. Был. Сейчас вот такой GU. Имейте это в виду. GU5. 10. Вообще-то. Значит, плюсы, да, вот GU 10. 400 рублей такая лампочка стоит. Точно. Значит, плюсы. А, GU5, наверное, она будет. Да. Галогеновая. Угу. Плюсы. Гнемся как хотим, куда хотим и зачем хотим. Очень удобно использовать место настольной лампы, когда на столе особо нет места. Есть место в уголке, поставили торшер, достаточно. Этого источника, если берете яркость хорошую и уроки, и вязать, все что угодно. Если слабые берете, то только для дома освещения. Здесь у нас 27-й цоколь. Чашки, кстати, пластиковые, не бойтесь. Торшер хорошо переносит перевозку, не разбивается. 27-й цоколь. Но когда оно появилось, торшер, он раньше продавался под большой шар. 1000 люминов. И сейчас можно. Здесь, да, продается до сих пор, да? Шарик этот большой. Очень элегантно смотрится, как цветочек. То есть можно поставить вместо маленькой лампочки красивую шарообразную, и тогда большой. Будет больше эстетики. Так, и какие есть еще моменты из унутов? Здесь металл, здесь пластик. Трубка, друзья мои, регулируемая. Здесь, кстати, плохо собранная. Не регулируемая, а собирается по секциям, которые одну секцию можно не собирать, и, соответственно, она будет чуть-чуть, на сантиметров 30, наверное, да, приблизительно, да. Поменьше. Высота 175, это максимально. Минимально, если мне не изменяет память, 128. В белом цвете тоже самое. А, кстати, вот, Дим, шпаргалка. 109, 142, 175. Давайте, шепот. Тихонечко. Это когда мы делаем две коленочки, 109, три коленочки, 142, и четыре коленочки, 175. Угу. Так, это самый продаваемый торшер с ответвлением. 1300 в Нижнем Новгороде на момент съемки, а без ответвления 800 рублей. Идем дальше. Ну, давай еще пару слов я скажу про него. Пожалуйста. Если его периодически с места до места передвигать, то сам механизм крепления, штырьки вот эти, приходится подкручивать. Особенно уделять внимание надо необходимо самому первому соединению от основания. Иметь свойство раскручиваться. У нас этим домом занимается Дима. Я эти моменты не знаю, поэтому. Но это, в принципе, у каждого торшера, я могу так сказать. Основание имеет свойство раскручивать. Ну, это не... Если его шуркать. Его, по идее, несложно закрутить. Просто взять его за основание и рукой крутануть. Докрутить. Да, крутануть. Так, ну, наверное, про нут все. Давай дальше. Да-да. Ну, тут, в принципе, концепция у секционных то же самое, как будет и у нута. Остальные имеют другие свойства. Сейчас все расскажем. Так, едем дальше. Светильник напольный, немоны, антрацит, цвет белый. Черный, белый. А. Железо. Элементы пластика. Дим, поближе. Это пластик. С обратной, с внутренней стороны то же самое. Высота 146, диаметр основания 32, абажур 37. Две лампочки Е27 на 600 люминов рекомендуемым. Здесь регулировки у нас нет, просто стыковка. Металлический полностью. Средней по тяжести. Кнопочка у
в шнурике. Нет, не в шнурике, а вот оно, ребят. Да? Вот, Татьяна Павловна немножко пугает. Ой-ой. Ну, я же не все про все знаю. Кстати, у Нута тумблеры отдельно. У малыша и у большой части включаются отдельно. Кстати, вот у Немонта это классно. Дальше. Новиночка. Тейл Бьюбон. Светильник на поле. Очень напоминает советское время. Стекло. Хендмейд. Металл. 135 сантиметров. Никелированный. Абажур стекло. 27-я лампочка. Давайте разбираться. Здесь у нас веревочка. Кстати, из минусов. Если веревочку сильно дернуть, светильник уже больше не включить. Гарантия стандартная. 2 года. И на порванной веревочке тоже. Ой, тихонечко. Девушка. Тяжеленький. Так, торшер на поле, но больше, конечно, светильник декоративный похож. Симрисхамн. 6 тысяч. Кстати, предыдущие. Немона 4 тысячи. Тельбьюн 5 тысяч. Так, три шара. Тепленькие. Глаголю. Что поедешь ты сегодня домой? Спасибо. Пожалуйста. Основание, трубка, стакан. Лампового патрона сталь. Утяжелитель армированный пластик. Абажур, стекло, краска. Высота 158 сантиметров. Диаметр основания 30 сантиметров. Длина провода 2 метра. Вес 7 килограмм. Где вкл-выкл? Вкл-выкл вон. Видишь кругляшок? Это вот от него вкл-выкл. Ножной. Не полезу. Так, ой, красавец. 24 тысячи рублей. Мраморный. С веревочкой. Блин, даже... Кстати, веревочку отодрали. Конечно. Вот он. За 24 тысячи, что не отодрать-то? И вот о чем я говорила, что теперь только выключать от розетки. Ну, давайте разбираться, за что денег просят. Абажуры из выдувного стекла. Я так понял, по-моему, сенсорное выключение, нет? Он должен что-то себя хотя бы оправдать, цена-то. Здесь ручной выдувки, абажур, плюс мрамор. Отсюда ценник такой. Там кусок мрамора, здесь кусок стекла. А, тут просто отодрали вот этот, выключалку-то. Да. Тут она вот тут была, вот в дырочке. Основание, ребят. Мрамор, Дим, внизу кусок мрамора, трубка, дуб, латунь и стекло. Мрамор, латунь, дуб. Ну, все равно не 24 тысячи. Не 24, но no comment. Так, светильник напольный клап. Кстати, не Кипина белый, а такой молочный. Белый с оттенком. 9 тысяч. Интенсивность освещения регулируется. Пока Дима снимает сверху, я залазю. Ага, вот. Оп. Там это, крутилка. Оп. Да. Кстати, вот тут надежная система. Ну-ка, давайте с другой стороны покажу. О. Оп. А сенсорная или крутится? Там? Крутится, пальчиком кручу. Вот, видишь? Значит, давайте разбираться. Абажур, полиэстер. Нога у нас получается алюминиевая. Высоты нет. Ну, где-то, наверное, 1.55 будет, потому что 1.58 максималка. Это чуть пониже. Так, идем по кругу. Кстати, вот очень люблю этот светильник. Laudes. Очень мне напоминает этот штатив для фотоаппарата. Из плюшек. Во-первых, он сейчас по Family. А стоит 3.300 вместо 4.000. Имейте в виду, кто хотел купить. В двух цветах. Цвет беленого дуба и черный цвет. Давайте не беленый дуб, ясень беленый. Массив ясеня. Полностью, кстати, из ясеня. Почему-то не 24, как дуб. Акриловый лак. И абажур полистирол. Из плюсов. Высоты тоже не указали. Из плюсов. И абажур снимается. И его можно почистить в химчистке. С нами любезно этой информацией поделилась одна из наших клиентов. Катюш, спасибо тебе. У нее уже давно этот светильник, и она
раз в год. Она говорит, я не заморачиваюсь, сдаю, мне его аккуратненько чистят, и я его обратно креплю. Плюс она, высота регулируется барашком. Сама высота торшера, регулировочный винт. Здесь вот не... тут, Тань, вот с этой стороны можешь покрутить. Если получится. Конечно, получится. Угу. Он же закручен, что все? Да, так закручен, что нет. Ну, короче, он ходит туда-сюда, по идее. Вот, на черном могу показать. Ну, давай на черном. Смотри, оп, прям до упора. Шнур удобно спрятан в прорезь. И, кстати, есть максимум, то есть есть стопор. И плюс излишки провода можете намотать на барашку. Барашка, правильно назвала? Как называется? Бобина. Бобин. Бобина. На бобин. Так, два маленькая цвета. Коричневый ясень и просто ясень. Следующий товарищ. Скуруп 3000, полностью металлический. Ну, тоже пенсионер, можно сказать, уже да, по продажам. Вот, кстати, мы говорили про вот этот шарик большой, который можно очень красиво и элегантно вкрутить внутрь, на верхнюю часть. Тем самым вы дополните... Что? Изысканность светильнику добавить. Вот так. Правда, очень красиво смотрится, когда вот это. Так, значит, шарик... регулировка вот. Скруп стоит 3000, полностью металлический, 27 цоколь. Высоты, ребята, нету. На память я, увы, этого не помню. Регулировка. Тоже удобно. Кстати, она хорошо выта. Я даже напоминаю тебе, что дай бог мне 1000 лет памяти. Солбокса? Да. Закрывай. На фотостудии, да. На фотостудии. Да. Накрыть ее в этот бумажкой белый А4 или ватман лист. Она будет давать как надо. Да, рассеянный лист будет давать вот рассеянный цвет. Такой прикольный металлический товарищ. Только это будет очень дорого стоить, вот этот сие удовольствие. 3000. Для одного софтбокса. Мне кажется, недорого. Так, светильник напольный Видье, 2700. Показывай, Юрьевич. Здесь у нас ткань, поэтому у кого кисоньки, аккуратно, ну хотя проколоть надо постараться. 138 сантиметров. Основание, каркас, пластмасса АБС, краска, трубка сталь гальванька. Утяжелитель, полипропилен и песок. Вот здесь внутри лежит. Простите, что-то сегодня так и кается. Это декоративный свет. Дополнительный. Это эстетика. Три лампочки. Три лампочки. Ползем дальше. А вот она, Видье. Кстати, мы ее поближе сейчас покажем. Тут все пластиковое, поэтому очень аккуратно. Вот эти места слабые, Дим. Тут сверху. Что? Вот эти места очень слабые. А зачем их трогать? Ну, если уронить, то есть риск, что все треснет. Твое слово любимое – жебловато. Жебловато. Книгсхульд. Светильник напольный. Бамбук. 3999. Давай я покажу вот наверху их лучше. Да. Интересный чувачок. Кажется, сейчас какой-нибудь гномик вылезет, да? Высота 66 сантиметров. Диаметр 46. Бамбук, прозрачный лак. Так, ну, любимый, самый бюджетный Хольма. Вот если у вас есть точно кисоньки дома, не берите. Чуть и дырка. Абажуров съемных нет. Полностью металлический, ну, рисовая бумага. Благо цена. 550 рублей. За 550 рублей можно кисоньку побаловать. Одна лампочка. Где? Вовнутрь можно? А так и видно ее. Видно? Да. Ребят, нареканий никаких особо нет. Вот про какие светильники мы прям знаем доподлинно, да? Где там моменты, что-то. Какие-то светильники, которые вообще у клиентов не популярны, их от силы один раз, а то и вообще ни разу не покупали. Так, Дим, пойдем. Здесь вот еще напольный светильник IKEA, IKEA PS 2017. Сейчас, дизайнер Ола Вильберг. За 5500. Привязали. Завязали. Ну, это тоже как доп. Свет. Сложно его отнести к торшерам. Сталь, краска. Полипропилен. Высота 55, диаметр 26. Все. Доп. Источник. Не больше, не меньше. Как бы такой вот функциональности в себе не несет. Появились новые интересные светильники. Линейка называется Flugbo. Адекватный ценник 2000. Одинарный. И с ответвлением, как у Нутика. Кстати, тоже Джоу 10. Ну, это 4000. Торшер Нут, только лухари. Да.
потому что даже формы похожи. И, соответственно, выключатели у них, на, считай, на патроне. Да, вот. То есть нет никаких лишних дополнительных проводов. Давай теперь разбираться, что зачем. Здесь стекло, здесь медь. Ну, вообще, основание – это сталь, покрытая латунированием, прозрачный лак. Все. Высота 1,80 м. Регулировки нету. Хотя коленки металлические есть. Может быть, можно и... Нет регулировок там. Раскручивается. Ты сейчас ее открутишь. Да, сейчас ее раскручу, потом не соберу, да? Да, не стану. Кстати, у кого есть? Вы уже пробовали собрать, например, из двух колен? Потому что логически трубка должна быть одинаковая. Потому что вот раз и вот два. То есть укоротить можно. Но тогда смысл теряется. А, ну не получится, потому что провод внутри... А от провода идет уже розетка. Понятно. Как ты это все преодолеешь, эту головоломку? Так, и вот такой вот маленький друганчик. Все то же самое. Так, здесь у нас прячутся хектары. Хектар за 6000 рублей, цвет темно-серый, 3 таких прожектора. Ну, это прям вот точно, да, ассоциативный ряд студии. А они остались подостенные бра у нас? Не знаешь, что они? По-моему, да, вон там они. Да, есть они. Угу. То есть можно еще скомпоновать с бра. А хектары вообще это, ребят, полностью. Только мы местами поменяемся, потому что мне тут не видно. Хектар это полностью металл. Опять высоты нет. Блин. И есть еще в бежевом цвете. Кстати, вот эти товарищи. Вот этих товарищей. Регулируется по высоте. Да. Пожалуйста, можете располагать, как вам удобно. Это один из плюсов, соответственно, разворачивать, делать елочку, ежика, все, что хотите. Кнопочка на плафоне. Да. Тоже удобно. Угу. Никаких лишних мотней. Так, теперь большой хектар. Слушайте, пылище. Все то же самое, только гигантский размер, кнопочка на плафоне. О, что-то новенькое. Едем дальше. Да. Мы прислушались к вашим советам, и мы теперь во время объявлений не кривляемся, мы их просто вырезаем. Хектар, 5000 рублей. Большой, здоровый. Ослепил Диму. Да нет, нормально, сейчас. Такой же еще есть бежевый. Судя по всему, абажур в районе 30 с небольшим сантиметром. Нареканий по хектарам нет. Не облазит, не трескается. Кстати, обратили внимание, что все торшеры, которые абажурные, они внутри белые. Вот для чего? Я знаю, Дима тоже. Давай подписчики ответят в комментариях. Ну, это, вопрос очевиден. Ну давай, ну пожалуйста. Ну, вдруг кто-то так. Не знает. Ну хорошо. Так, пойдем. Дальше мое любимое царство. Светильнички Рарнарп. Очень классные, 4000. Тоже стилизованные, да? То есть как хектар не везде подойдет, так и Рарнарп не под каждый интерьер подойдет. Есть такие же настольные лампы. Давайте на беленьком это продемонстрируем все. Цвет черненький и беленький. Вот здесь есть регулировочка, но она, зараза, жестенькая. Так, значит, регулируется плафон. Вот здесь вот гуляющий. И регулируется сам штатив. О, здесь есть техническая характеристика. Он регулируется еще на вылет. Как у меня, лебедь. Да, да. Я просто показать не могу, туго больно. Нет. Должен. Нет. Мы смогли это сделать. Я не смогла вытянуть одна, а Дима смог. Повторяем, торшер может регулироваться в горизонтальную сторону, на вылет. Вообще какой-то прям жесткий. Так, давай по техническим характеристикам. Сталь, порошковое покрытие, светодиод Е27. Что-то какие-то параметры странные, ну ладно. Высота 1,53 м. Длина 76 сантиметров, ширина 28. У какого, может быть, основание? Ну, хотя основание диаметром. Кнопочка включения на стойке.
к этой же серии есть рабочая лампа. А где кнопочка включения? Я же сказал, вот, на стойчике. Вот, вот. Я показываю. А, вот она. Попрятали. Настольная лампа. Так, брашек. Ну, с хектаром не пользуюсь, это не путаю, потому что есть и потолочные, и настенные. Ну да, у Рарнарпа только это, потому что у Рарнарпа была и шина раньше, и были брашки. Есть, я вижу, вот есть и настенные. Брашки я не знаю, есть, нет, но есть рабочий свет и потолочный. В общем, линейку можно расширить еще дополнительными. Хорошо подойдет в этот. Все, у нас уже 5-й час съемок. Тупил. Словарный запас заканчивается. В рабочую комнату. Да. Очень хорошо. То есть стильненько подойдет. Да. На стол. Я, Дим, на мысли продолжу. И на столе, и где-то, допустим, торшер возле кресла будет красиво смотреться. Конечно. Ну и кресло, диван. Что-то, ну, да. что-то такое, рядом с чем-то. Страдмон. Так, переходим к следующему, чтобы вас не задерживать. Орёт. Зеленый орёт. И орёт черный. Орёт, орёт. 4000 рублей. Металл. Гнется во многих узлах. Раз. Три положения. Два. И три. Ребят, я не могу растянуть. Дима с камерой. Не будем издеваться, я просто покажу те места, где происходит. Вкл-выкл. Регулировка здесь. Здесь и здесь. Значит, можете регулировать. Затягивали мальчики, затянули от души. Так, 27-й цоколь. Высота 170. Диаметр основания 30. Диаметр абажура 15. Тоже внутри беленький. Беленький. Они все беленькие. Да. Скруп. 3000 рублей. Еще одна модификация журавликом. Регулировка как у Рарнарпа. По высоте и по наклону. Кнопка очень хитро спрятана. Вот здесь. Фокус. Ну-ка, перепальчик. А я не вижу. Он совсем такой черненький. Совсем такой маленький. Убери палец. Так, следующий. Кстати, есть настольная лампа. У Скрупа тоже большая линейка дополнительно. Барометр. Желтая медь. Когда-то, помню, мы ее разбирали. У нас даже обзор на канале есть по этой лампе по отдельно. По рабочей лампе. Рабочая лампа, да, не по торшеру. Значит, два узла. Все то же самое приблизительно. Да, регулировка. Не-не-не, на вылет нет. На вылет нет? Нет. Нет, здесь есть. К сожалению, нет. На вылет. Только вверх вниз. И здесь. Давай по характеристикам. 4000 рублей, желтая медь, сталь, эпоксидное покрытие, никелированное. Высота 146, диаметр основания 26, диаметр абажура 16, провод 2,2. Включается он? Ножной выключатель. Кнопочкой. Я надеюсь, вы еще не устали. Вы не съели все печеньки. У нас осталось 2, 3, 4, 5, 6, ну, немножко. Так, давай по порядку. Сначала хочу рассказать про немоны. Напольный светильник, кстати, есть же настольная лампа. Он представлен в двух цветах, черный и белый, регулируемый штатив. А, высота 170 сантиметров. Поехали разбираться. Кнопка. На самом плафоне. Угу. Светодиод GU10. Раз узел, два. И три. Три узла. Точно такой же черный. Новинка светодиодная не в линге. Черный и белый. Гнется очень классно. Можете регулировать, как вы хотите. Кстати, первую нашу светодиодную настольную лампу мы ее покупали, когда Надя пошла в первый класс. Это было... Сейчас ребенок в шестом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой. То есть полных 6 лет, 7-й год уже лампе. Все в идеале, до сих пор не перегорело. Единственное, что мне не нравится, вот это выключатель, который болтается за хвостом. Можно было как-то это доделать, додумать, либо как-то вот пустить сюда. Ну, что есть, то есть. В принципе, больше про него ничего не скажешь. Как будет эксплуатироваться, покажет время. Цветность света 2700 кельвинов, белый свет, срок службы 25 000 часов. Размер никто не написал.
Так, еще один тоже очень... А, кстати, стоит он 1800, один из недорогих торшеров. Антифони. Прям грех какой-то. 3000. Три узла. Или нет? Нет. Этот узел, наверное, недвижимый. Узлов два. Здесь крутится голова. Вкл-выкл. Смотри, как интересно. Тумблер. Тумблерок. Мосечка. GU10 светодиод. И вот здесь есть регулировка. Как вам надо этого красавца оформить. Высота 165. Ну, наверное. Ну, высота это относительно для этого торшера. Я 168 с каблуками, сейчас больше 1,70 м, а он чуть выше меня. Поэтому здесь, наверное, как-то усредненное, что ли, берется. Полностью никелированный. И довольно-таки тяжеленький, так что стоите, он будет массивный, никуда не повалится, но если мы сами его не свалим. У нас осталось один всего торшер, Лерста, очень популярный, и берут его эти индустрии мастера шугаринга. Вот этот друганчик ужасно скрипучий. Имейте в виду, что здесь слабая сталь. Он гнется. Вот на примере серого прям очень хорошо видно. Мы поверили. 1400. Высота 131 сантиметр. Ну, из жирных плюсов. Регулировка куда хочу. Буквально как хочу. И довольно-таки недорогой ценник. И тоже внутри белый плафон, 27-й цоколь. Друзья, по торшеру, в принципе, все. Залезть вовнутрь, как в диван, но в них не получится. Я не смогу вам этого дать. Увы, поэтому какие торшеры у вас есть дома, пожалуйста, расскажите. Какими пользуетесь, какие нравятся, а какие, может быть, вообще? Кш-кш-кш-кш-кш. Но по качеству, скажем, достойно. Брака очень мало. Да, по торшерам брак. Вот тут придраться к ней к чему надо. Поэтому и придраться не к чему. Да. Вот, по торшерам у нас, друзья, все. Мы пойдем дожмем еще один обзор. Дима, мы сможем. Я знаю.